Сотрудники ГИБДД провели в Иванове масштабную профилактическую акцию «Внимание, пешеход!». Инспекторы напомнили водителям о том, как важно не пренебрегать правилами дорожного движения и пропускать людей на зебре. Статистика наездов в этом году хоть и ниже, чем раньше, но все равно остается устрашающей. В городе Иваново за 9 месяцев этого года произошло 197 наездов, в результате которых 6 человек погибли и 202 пешехода получили травмы тела. Из 197 103 произошли в зоне пешеходного перехода. И в зонах пешеходного перехода погибли 4 человека. Во время профилактического рейда наряды ДПС были расположены вблизи наиболее аварийных участков дорог – на улице Кузнецова, Сарментова, Любимого, Шубиных. В этих местах на переходах не раз происходили наезды на пешеходов. За время акции инспекторам удалось выявить 15 нарушителей, которые не пропустили людей на зебре. То, что вы первоначально остановились на пешеходном переходе, это правильно. Мы их пропустил, да. Вот. Слева от вас стоял белый Lexus. Почему он продолжил стоять, а вы поехали? Я увидел, что женщина показывала «проезжайте». Она махала рукой. А должны были вы махать рукой и сказать «проходите, проходите», да? Я 15 минут как-то стоял с такой женщиной и махал ей, а она махала мне. И создал помеху. Ну, как бы вот тоже поймите, что ситуация такая. Я же пропустил пешеходов. Ясно. Вы первоначально пропустили, а потом вы не имеете права к тому же начинать возобновлять движение, если перед пешеходным переходом остановилось и стоит другое транспортное средство, которое пропускает пешеходов. Во время акции сотрудники ГИБДД выявляли нарушения не только среди водителей. На 4 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, были составлены административные материалы. Всего же за 4 часа профилактической акции было составлено 35 протоколов. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.